Всем привет! У меня сегодня день рождения, и ко мне пришел Игорь. А вот, кстати, мне тут Саня пишет, прикинь, с днем рождения. Ко мне пришел Игорь и сейчас подарил мне цветы, такие красивые розы. А мама с утра мне подарила тюльпаны вместе с ирисами в букете. Еще Ленка, сестра Игоря, подарила мне офигенный запакованный подарок, платок. Я сегодня надену его под платье. Я предлагаю вам провести мой день рождения с нами. Мы сегодня пойдем в кафе кушать суши и в театр вечером пойдем на мастера Маргариту. Ну вот, мы уже вышли. Вон Игорь идет в кепке. Как видите, я в шапке пошла, потому что на мой день рождения всегда непредсказуемая погода. Может быть, очень тепло. Так было на мои 18 лет. Я вообще была в тоненьких колготках, было отлично. И может быть, наоборот, очень холодно. Ну, я не сказала бы, что сегодня холодно, но у нас ожидается похолодание. Весна пришла и ушла. Не боись, здесь никого нет, Лен. Ты можешь спокойно говорить, без всякого. Я спокойно говорю. В общем, мы направляемся сейчас к метро и едем на Павелецкую в Якиторию. Классно посидели, попили вишневого пива. Я объелись просто. Суши даже с собой взяли, Игорь вон тащил. Скажи. Вот. И пиццу еще взяли. Пиццу. Пиццу Маргариту. Сейчас мы направляемся, идем по Пятницкой улице. Это не по Пятницкой, сейчас свернем. На Новокузнецкую с Павелецкой, а с Новокузнецкой доедем на метро до Тверской и оттуда пешком дойдем до театра. Вот так. Фиксирую все, чтобы все запомнилось. Все зафиксировано. Тут здесь свернем, что ли? А, ну да. Ужасно заложен. Блин, конечно, Пятницкая улица очень неординарная. Здесь столько всяких излишеств, всяких разных и всяких архитектурных форм очень много. Но очень плохо то, что мне не нравится то, что здесь нет ограничения скорости. Здесь можно хоть 80 летать. И по-дурацки устроена здесь велодорожка. Её надо было вынести на проезжую часть, велополосу сделать. Да, вот так. Ужасно противно, говорю. Было так тепло, хорошо, а сейчас сменилось все мерзкой погодой, сырой. Как я и говорила, мой день рождения всегда погода очень непредсказуемая. Зато, смотрите, везде снег уже растает. Это классно. Надеюсь, уже с апреля нас ждет хорошая погода. Устоявшаяся. Здесь пробки, как всегда, у нас. Этот трэш тут происходит. Это все... Конфетки, бараночки. На мой день рождения. Вот это, короче, все готовят к 2018 году, к чему нам? К чемпионату мира футбол. И поэтому здесь все просто, как вы видите, стоит. И перерыто. Летом будет все в пыли. А вот Тверской бульвар. Нам вон туда. Большому коричневому зданию. А слева ресторан Собчак. Да, слева ресторан Собчак. С бульвара пойдем или там? По бульвару здесь. Там. Давай по бульвару здесь. Вот он. То здание, это какой эпохи здание? У меня здесь суши вообще какой-то. До эпохи, мне кажется, 80-х годов. Какой-то такой стиль. Не знаю, вот напоминаю здание вот времен, брежневских времен. Может быть, до него. Времен. А там как всегда трэш. Слышите, где-то там вот земли.
смотрели, это, по-моему, в Украине. И еще мы, кстати, собрались в Антракте есть доедательная суши и пиццу доедать. У нас еще вино есть. Это плохо. Плохо видно. Да. Ура. Вино еще будем пить в Антракте с сушами. Короче, все по улице.